Азалия Шахабиева – нежная, хрупкая девочка. Но на всю кажущуюся хрупкость внутри нее живет большая сила. Азалия родилась весом чуть более 900 грамм. Врачи говорили, что она вряд ли будет жить. И диагноз ДЦП. Но, глядя на девочку, понимаешь, что это не приговор. Мы, конечно, очень много слез пролили, что я, что муж. Но в итоге у нас все равно вот такая она. Видимо, то, что наша любовь, наша вот это вот все равно это тепло, все равно мы вот не смыслим нашу жизнь без нее. Азалия – любимый ребенок в семье Шахабиевых. Она любит читать, плетет фигурки из бисера и мечтает танцевать. До недавнего времени танцы для нее были лишь далекой мечтой. Но не зря говорят, что мысли материальны. Ее желание исполнилось. Осуществить мечту Азалии помогали, что называется, всем миром. Инициатором выступили высокогорские коммунальные сети. Управляющий компанией Руслан Алиев приехал на танцевальный вечер, чтобы познакомиться с Азалией и вручить ей новогодние подарки. Основательно подготовились и воспитанники студии танца «Мандаринки». «Мандаринки» с нетерпением ждали встречу с Азалией. Уже за несколько дней они стали знакомиться с девочкой в социальных сетях, готовили подарки и выступления. И, конечно, танцевали. Танцевала с ними и Азалия. Сегодня мы Азалию приняли в свою большую семью. Нас было 45, теперь нас 46 человек. Нас стало больше на одного человека. Мы очень серьезно готовились подарить ребенку праздник. Только танцами вечер не обошелся. Дети быстро подружились и еще долго не отпускали Азалию, непрерывно задавая ей вопросы и обмениваясь своими контактами. Мама девочки Лилия Шахабиева призналась, что сейчас каждый день Азалия просыпается со счастливой улыбкой. Она вот эти дни вся была вот такая. Да? Ой, там ко мне добавляется в этот... ВКонтакте добавились девочки. Ой, там с мандарина. У нее, вы знаете, столько счастья. Многие верят, что в канун Нового года сбываются мечты. В чудо верила и Азалия. И ее желание исполнилось. Гузель Газизулина, Фаниль Мухарлямов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.